Немножко о юморе. Ребята, ведь, ну, вам действительно это кажется смешным? Курьезы, видите? Посланник небес. В России уверены, что на острове Пасхи стоят памятники Путину. Памятники Путину на острове Пасхи. Вот фотография. В России верят, что на острове Пасхи в Чили установлены каменные могилы Владимиру Путину. Такую версию высказал один из пользователей в соцсетях. Он посланник небес. Вот в доказательство этого приводится, смотрите, личное сообщение Вэри Йолита Гомес, человека без аватарки, неизвестно где. Меня радуют комментарии. Вот, вот придурки, послание, смотрите. Они верят в то, что он имеет лишнюю хромосому, путлер атавизм, статуя ла, ла-ла-ла-ла. Ну, следует ли объяснять, что вот это вот фотошоп? Как по мне, так самый большой курьез в том, что обозреватель до сих пор считается средством массовой информации. Но я о другом. Ребята, вот это что, юмор? Ну, украинцы раньше веселые нации были. Ну, реально умели шутить, умели по-злому пошутить даже. Но шутить, то, что я читаю сейчас, слава Украине! Сдохни, там все такое. Ну, это что, юмор, по-вашему? Подстилки, сдохни. Слава Украине! Это что, это юмор? На самом деле вы считаете, что это юмор? Что случилось с юмором? А почему такими плоскими все стали? Деревянными, бетонными, железобетонными? Почему? Ну смотри, рубрика «Курьезы». Вот вам не кажется, что вас клинит, нет? Ну давайте посмотрим, что у нас здесь вообще в рубрике «Курьезы». Путин, Путин убивал вместе с Яценюком. СМИ высмеяли заявление России о боевике Геращенко. Ну эти долбоебы. Слава Украине! Типа посмеялись над тем, что Геращенко заносит данные людей на свой вонючий сайт. Ну, это жирная свинья когда-нибудь свое получит. Так, премия Страуса. Путин. 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 Я знаю, что я не достучусь до тех деревянных, которые вот таким вот образом шутят. Ну, мне просто хочется показать им их ничтожность. Мне нравится иногда показать ничтожеству его ничтожность. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!